Малорубу. Да. Сосед в красной кепочке. Можно сразу. Всем привет. Меня зовут Тимур. Я в этом моменте я случайно узнал его. Вот, с ребятами ездили в Сколково. Час назад. Да, час назад буквально познакомились. Вообще я разработчик Python, JavaScript. Да, какой-то период времени дорос до технического директора. Мы вообще из Казани. И у нас есть разработка, мы там в Америке что-то пробуем, короче. И я думал прикрутить туда блокчейн. А о чем разработка, Дима? Можно чуть поподробнее? Кто есть в команде, хотел бы понять? Нет никого в команде. Вот у меня друзья есть, они хорошо разбираются в блокчейне. Я думаю, если кому-то понадобится моя помощь, или я кому-то понадоблюсь обращаться. Отлично, аплодисменты.